Алиночка. Алин, помнишь, ты хотела снять 24 часа, я говорю тебе да. Да. Ну вот сегодня мы можем устроить тебе такой праздник. Правда? Правда. Ну а что мы будем делать? Вернее, я. Что ты сегодня захочешь, что мы будем делать? Давай сначала мне завтрак в постель. И что ты мне ответишь? Я отвечу тебе да. Давай, неси. Всем привет, ребята! Меня зовут Алина, и сегодня я буду снимать челлендж 24 часа. Мне мама будет говорить «да». Мне кажется, сегодня просто замечательный день у меня будет. И пока мама мне готовит завтрак, я буду думать, что же мне еще у нее попросить. А пока что я поваляюсь с постельки. Твой завтрак в постель. Непон. Как классно. Я обожаю просто яишенку, помидорчики. Царский завтрак у тебя получился. Угу. Чаечек. Что может быть лучше? Мама, можно, когда я позавтракаю, мы возьмем Никусю с собой и поедем в Геленджик на каток? Да, можно. Ура! Тогда я буду кушать и иду одеваться. Ребята, мы уже приехали на каток. Посмотрите, там вообще никого. Вообще просто кайф. Сейчас пойдем кататься. Что там, какой-то пингвин завалился. Сейчас мы его поднимем. Не хочешь искупаться в бассейне? Ой, нет, не желаю. Не хочется. Ну все, пошли тогда брать коньки. Да? Да? И пошли кататься? Да. Ну что, Никусь, поезжали кататься? Да, давай.
Толкай, толкай, давай, молодец! Да, ничего себе! Это твой партнер по танцам, по фигурному катанию? Есть спортивная ходьба, есть фигурная ходьба. Да, Никось? Бери Алину за ручку. Счастливая моська. Да. Ну что, ребята, мы приехали в торговый центр и будем выбирать всякие классные покупочки, да, мама? Да, доча. Ну все, пойдем? Да. Мне так нравятся вот эти единороги. Мама, а можно ты мне их купишь? Можно. Так, как вы думаете, какого мне взять? Вот такого? Или вот такого, или вот такого? Вот такого. Они все такие классные. О, ну даже не знаю. Давайте так, как белый, ой, розовый цвет я люблю, возьмем лучше розового. Очень понравилась вот такая бубочка. Ложи. Давай. Смотри, еще какие-то. Я хочу вот такая вот конфетка. Я сейчас просто полный фанат авокадо. Просто. А мне? Оператор, сняшка, тоже очень интересно. Я выбрала черные. И вот эти, это что, усы? Смотрите, что это трава. Так, с травой это опасно. Когда мы просидели год на карантине. Выбирай. Так, Алис, давай. Я говорю, да, я тут не приняла. Так, может быть, Алиса не скажет. Мама. Давай Алисе возьму такой. Ты довольна, Алина? А что вы там купили? А мне подарочки оператору? А когда мне будете говорить «да»? Это мне? Да. Спасибо. Я ставлю лайк. Я ставлю лайк. Алиса ставила лайки на удачу мне. Лайк на удачу.
Куда дальше идем, девочки? Поставьте лайк на удачу, может быть, Алина вам тоже. Алина, точно. Да. Оператор падает. Оператор на высокой платформе еще. Алина, выбери побольше шмота, пока Алена покупает. Шмот — это круто. Я по H&M и себе что-то выбрала, но мне никто не говорит «да». А почему мне такое? А вот для Алины. Это Алина? Алина, выбирай шмот, пока есть возможность. Не каждый день мама говорит «да». Ой, да, это тоже классно. Что же выберет Алина? Ой, как классно, и все. Такая есть. Алина, у тебя осталось мало времени, потому что H&M скоро закрывается. И твой день закончится. Ой, смотрите, с единорогом. Ой, с единорогом топ. Это мне надо. Тут есть на мой рост. Я иногда покупаю шмот тоже в детском отделе. А где мама? По-моему, Алена хочет уйти. А нет, она вот-вот. День еще не закончился. Мама! А, ты с охраной договорилась. Ну ладно. Можно? Да! Ура! А, есть твой размер? Так, давайте сейчас посмотрим. Держи пакетик. Какой у тебя размер? Вот, у меня 30-й. Ой, мне нравятся, кстати, это как кеды, да? Да, это вот такие вот кедки. Ну, найди свой размер. Так, вот, у меня 30-й. Давайте мерить. Садись, меряй. Так. Алена в шоке. Почему-то она недовольна. Сложный челлендж, я понимаю. Ну, день скоро закончится. Ребята, они оказались какие-то не очень удобные, так что маме как-то повезло. На этот раз повезло, но тут много шмота, поэтому, я думаю, она определится. Мало времени, быстрее, быстрее, быстрее. Да. Алина, тебе говорит мама «да», а ты никак не можешь определиться. Не каждый раз такой шанс выпадает, раз в жизни такой шанс. Смотрите, ребят, сколько шмота. Алена все ходит вокруг да около, ходит. Я вас везде найду. Смотрите, она не может найти ничего. Ребята, мне понравились две кофты. Я очень хочу взять одну из них. Давайте вот что мне подойдет, я сейчас пойду мерить. А что бы вы выбрали, ребята? Я бы выбрала Оленину. Подожди, а мама тебе скажет «да»? Что скажет мама? Скажет «да». Так можно и две взять, если подойдут. Я плохого не посылила. А кто-то говорит «да» сегодня, я не поняла. Я буду за вами следить, ребята, чтобы был честный контент. А по пути можно еще что-то захватить. Ребята, мне подошла вот эта вот оленина. Теперь точно Алина оленина. Да. Давай, мам, покупайте, поедем в кино. О, кино. А меня возьмете? Да. А я же вас буду снимать, поэтому меня тоже берут. Пойдемте оплатим покупочку, чтобы вы видели, что тут все реально, а не постанова. Все покупки настоящие. На кассу. Для оператора захватите шмот. Да. Ну что, ребята, мы отправляемся в другой торговый центр. Кино? Да. Ура. Все, едем в кино. Да. Рада покупочкам? Конечно. Ребята, мы приехали в кинотеатр. Сейчас купим попкорн и билеты. И пойдем смотреть какой-то интересный фильм. Да, мамочка? Да. А я с вами, никуда вы от меня не денетесь. Угу. Мне тоже придется. Дорогостоящий оператор. Конечно, конечно, дорогой единорог. А я начос люблю. Никому не интересно. Я люблю начос. Они уходят. Смотрите, они уже еду выбирают.
Алина, закажи мне начос, пока Алена говорит «да». А ты что будешь? Попкорн. Ребята, мы уже купили вот такой вот карамельный попкорн. Ой, какой он вкусненький. И вот такой вот колбас. Без сахара? Худеешь? Угу. Пожелайте нам хорошего просмотра, а мы пошли смотреть. Да, в кинотеатре, к сожалению, нельзя снимать, поэтому увидимся уже после. Я тоже иду. Ура! Заходим, девочки. Алина, дай колы. Оператор хочет пить. Угощайтесь, ребята. Я у нее отпросилась ужинать не дома, а в нашем любимом рагушке. Ну что, пойдемте? Ребята, мы уже внутри, и вот я очень хочу кушать. И смотрите, что я нашла. Это же мое любимое карбонара. Я его точно закажу. Вернее, мама мне закажет, да? Да, да. А пить что будешь? Пить давай чаючек. Давай. Посмотрите, мне уже все принесли. Вот такой вот желтый желток. И чаючек. Тут даже положили фрукты. И Алиса. Непун. С мамой тоже положили. Застукали. О, смотрите, Алиса. Это салат с тунцом. Вау. И чаек. Желаем вам аппетита. Приятного аппетита, да. Всем, кто кушает. И у мамы тоже будет кофеек такой красивый. И да. Вот такие вот фрукты. И вот такие спринг-роллы с курицей. Грушу я у нее уже съела. Ребята, мама мне разрешила пойти вот сюда в салон. Вот, вот сюда в салон. Это уже очень-очень классно. Еще тут ставить салон. Привет, Собакин. Мам, можно же? Можно. Пошли. Круче, чем у мамы. Ну что, Алин, ты довольна? Конечно, довольна. Покажи свои маникюр вот так. Дорого-богато. И тут до сих пор это собака. Собака ждет тебя. Собака ждет своей очереди на маникюр. Хорошая. Ничего нет покушать. Ну что, все? Да. Сегодняшний день подошел к концу. Да. Тебе понравилось? Да, очень. Ну, я рада, что тебе понравилось. Ребята, а если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы с вами прощаемся и всем пока-пока!